Всем привет! Вы на канале Аль Пачино. Сегодня я нашел для вас 10 полезных и интересных товаров для дома с сайта AliExpress. Ссылка, как всегда, в описании под видео. Приятного просмотра! Человек сейчас переживает такое время, что дышать как на улице, так и дома становится неполезно. Особенно это касается помещений, в которых воздух очень редко обновляется и практически не ощущается. Но не все так плохо. Представляю вам проверенное средство для очистки воздуха. Это недорогой и эффективный ионизатор, который очистит вашу комнату или небольшой офис. Основное предназначение очистителя воздуха заключается в том, чтобы удалить из воздуха вредные примеси. Ионизация благоприятно сказывается на самочувствии и здоровье человека. Такой процесс часто используют для профилактики и оздоровления от различных заболеваний, очистки воздуха от микробов, аллергенов, микроорганизмов и прочих загрязнений, создание хорошего настроения и комфортной обстановки, повышение иммунитета, работоспособности, снижение утомляемости. Достоинство очистителя – это высокая скорость и эффективность очистки, низкий уровень шума в ночном режиме, нейтральный внешний вид, удобство в эксплуатации. Зона применения от 10 квадратных метров, подключается в сеть. Цена очистителя – 1900 рублей. Энергокуб PowerCube. Современный дом или офис буквально наполнен приборами, требующими электрического питания. Часто случается так, что в нужном помещении не хватает свободных розеток. Эту проблему поможет решить PowerCube, который сочетает в себе разветвитель питания и удлинитель. Провод удлинителя в кубе 1,5 метра и очень удобно расположены 4 входа для розетки и 2 входа USB для зарядки различных устройств, в том числе планшетов, смартфонов, фотоаппарата, MP3-плеера, GPS-навигатора, прямо на столе, без включения ноутбука и использования отдельного зарядного устройства. Совместим с iPhone, iPod и iPad. Также хочу заметить одну очень полезную функцию. PowerCube с удлинителем можно устанавливать на любой поверхности, на столе, под столешницей и даже на стене. В комплект входит пластиковое крепление, которое вставляется в одно из гнезд, а затем с помощью клейкой ленты фиксируется на выбранной поверхности. Теперь клубок проводов не будет путаться у вас под ногами. Конструкция куба гарантирует, что вилки не будут мешать друг другу. Выполнен в эргономичном пластиковом корпусе. Максимальный ток нагрузки 16 ампер. Есть защита от детей. Цена 1150 рублей. Электромышеловка. Применение ядов далеко не всегда безопасно, особенно когда у вас есть дети или домашние животные. Механические капканы и мышеловки надо уметь настраивать и ставить. Это далеко не простое дело, как кажется. Да и мыши нередко умудряются полакомиться приманкой, но остаются невредимыми. Появившиеся не так давно электрические ловушки полностью лишены этих недостатков. Они безопасны, просты в использовании и беспощадны к непрошенным квартирантам, мышам и крысам. Способ работы основан на привлечении грызуна и поражении его электрическим разрядом. Мышеловка – надежное и безопасное средство, позволяющее справиться с проблемой. Устройства рассчитаны для установки как внутри, так и вне помещения. Вся подготовка к работе состоит из двух действий – поместить приманку в крысоловку и включить прибор, дождавшись, когда загорится зеленый индикатор. После этого остается только поставить ее у стены или в другом любом месте, где чаще всего появляются крысы. Питается это оригинальное устройство от 4 батареек. Одного комплекта хватает на уничтожение 5 десятков особей. Преимуществом устройства можно отнести безопасность для окружающих, отсутствие адаптации грызунов, простоту использования. Цена 1350 рублей. Беспроводная интеллектуальная камера от Xiaomi. Умная квадратная камера имеет большую апертуру f2.0 и объектив с двойным фильтром для качественной съемки днем при слабом освещении, а также мощным инфракрасным светодиодом для съемки ночью на расстоянии до 9 метров. Благодаря приложению на смартфоне вы можете наблюдать за происходящим на другом конце объектива из любой точки мира с помощью интернета. Широкоугольный объектив и 8-кратный зум предоставят очень качественную картинку или видео. Камера оснащена функцией двухсторонней связи. Вы сможете не только слышать, что происходит у вас дома, но и передавать голосовое сообщение через встроенный в камеру датчик. А еще есть камер-датчик угарного газа и дыма. Поэтому в случае чрезвычайной ситуации автоматически включится сигнализация и к вам на смартфон поступит соответствующее уведомление. Благодаря своей форме квадрата со стороной 5 см камера может очень компактно и удобно разместиться в любом месте. Специальная подставка имеет липкий слой, который позволяет прикрепить камеру к любой удобной поверхности, а гибкая ножка разместит устройство под наиболее удобным углом. Цена 1300 рублей. Цифровая розетка с таймером. Розетки с таймером могут выполнять огромное множество всевозможных действий.
Включать обогреватели и калориферы к приходу хозяев, чтобы создать оптимальную температуру воздуха и воды. Управлять нагревательными приборами, например, поддерживать определенную температуру в аквариуме или террариуме. Также розетки могут помогать при длительных отъездах, создавая обстановку присутствия людей в доме. Электронный таймер розетки работает на основе суточного и недельного цикла. Вы сможете программировать устройство с помощью кнопок. Вся информация отображается на ЖК-дисплее. С помощью таймера можно организовать использование электроприборов только в ночное время суток, в квартирах с многотарифным учетом электричества, что значительно сократит расходы на электроэнергию. В целях безопасности розетка оборудована специальными задвижками, которые препятствуют прямому контакту различных предметов с ее электрическими контактами. Максимальная нагрузка 3500 Вт. Большой ЖК-дисплей, 8 полезных функций. Цена 720 рублей. Набор «Умный дом» от Xiaomi. Прошли уже те времена, когда умный дом был чем-то недостижимым для простых людей и ассоциировался с роскошными виллами за много миллионов. Сейчас нас окружает умное что угодно, начиная с кофеварок, заканчивая кошачьими поилками. И вот есть уже умная и удобная система для дома. Главной особенностью умного дома от Xiaomi является его модульность. Можно докупать отдельно различные необходимые модули и строить из них единую систему, самостоятельно настраивая сценарий использования. Как правило, умный дом ассоциируется с возможностью защитить свое жилище от незаконного вторжения. И для таких целей придутся, кстати, такие модули, как датчик объема и датчик открывания с магнитом и гирконом. Датчик объема компактный и имеет цилиндрическую форму, большую площадь корпуса которой занимает белый матовый пластик. Угол обзора составляет 170 градусов, а расстояние обнаружения может достигать 7 метров. Как и другие модули, данный датчик можно настроить на совместную работу с остальными устройствами. Например, при обнаружении движения в квартире включать IP-камеру и отправлять уведомления на ваш смартфон. Или в темное время суток активировать слабое свечение ночника, чтобы успешно добраться ночью до холодильника в соседней комнате, не собрав все углы по дороге. Датчик открывания можно устанавливать на дверях или окнах. Он состоит из двух частей, где меньшая по размеру имеет магнит, а вторую часть можно закрепить на двухсторонний скотч, который идет в комплекте. На корпусе устройства располагается маленький светодиод, сигнализирующий о статусе подключения. Естественно, модульность системы не ограничивает количество единовременно установленных устройств. Каждому можно задать имя и указать, в каком месте висит конкретный модуль. Помимо защиты от проникновения, датчик открывания можно установить на окно для обеспечения взаимодействия с другими устройствами от Xiaomi. Например, при открытии окна отключать очиститель воздуха. И последним любопытным устройством в нашем наборе является умная кнопка. Ее можно использовать как кнопку звонка, либо же для программирования определенных действий. Например, двойное нажатие включит свет и обогреватель, а длинное нажатие перед уходом из дома включит сигнализацию и активирует все соответствующие модули и сценарии работы. Естественно, для успешной работы системы необходимо, чтобы дома был проведен интернет и подключен Wi-Fi роутер. Без выполнения этих двух условий настроить систему будет невозможно. Цена нашего набора «Умный дом» 3300 рублей. Кстати, если вам интересно, что же еще входит в набор «Умный дом» от Xiaomi, то пишите в комментариях, и я сделаю для вас еще одно видео. Умный цоколь для дистанционного управления светом. Имеет цоколь E27 и поддерживает лампы мощностью до 30 Вт. Для домашних светодиодных и люминесцентных этого вполне хватит. Устройство работает через сеть Wi-Fi, используется для управления лампочками освещения, которые можно включать и выключать удаленно с помощью мобильного приложения. Управление цоколем с большого расстояния также можно осуществлять с помощью пульта дистанционного управления. Смарт-цоколи можно применять, например, для отключения ночника в детской комнате, когда малыш заснул, в длинном коридоре, на лестничной клетке или в большом офисе с несколькими кабинетами. Установка довольно-таки проста и безопасна. Выкрутите лампочку из светильника и крутите ее в наш умный модуль. После этого вкрутите умный адаптер в светильник. Максимальный ток 2 ампера, максимальная мощность 200 Вт. Цена с пультом управления 870 рублей. Световой будильник, имитирующий восход солнца. Такой будильник нужен тем, кто встает затемно. Он создает искусственный рассвет, плавно повышая яркость света в течение 30 минут до момента срабатывания звукового сигнала. В качестве сигнала может использоваться FM-радио, звуки природы и ненавязчивые звуки будильника. Световой будильник мягко готовит организм к пробуждению в последние полчаса сна, а организм в ответ снижает производство мелатонина. Люди, использующие световой будильник, просыпаются гораздо легче, в лучшем настроении и чувствуют больше энергии по утру. В будильнике есть 5 сигналов на выбор со звуками природы и FM-радио, что позволит вам просыпаться под звуки любимой радиопередачи. Такой солнечный будильник станет прекрасным подарком. Цена 1500 рублей.
цифровой термометр-гигрометр с выносным уличным датчиком. Измерение влажности воздуха является чрезвычайно важным и необходимым действием, особенно в тех случаях, когда в доме живут маленькие дети. Слишком сухой или наоборот, слишком влажный воздух одинаково неблагоприятно сказываются на общем самочувствии и здоровье. Замерить влажность воздуха, температуру помещения вам поможет цифровой термогигрометр. Его можно использовать для одновременного измерения температуры и влажности в двух точках, с запоминанием их максимального и минимального значения. Зная относительный уровень влажности, который показывает гигрометр, вы сможете следить за качеством воздуха в помещении и при необходимости улучшать его, сокращая воздействие нежелательных факторов. Особенность этой модели – выносной датчик, который поможет измерить температуру в нужном месте. Есть огромный ЖК-дисплей и цифровой датчик влажности. Вес всего 160 грамм, цена 380 рублей. Если у вас из-под крана течет жесткая вода, то я предлагаю присмотреться к такой вот насадке для крана. Она подходит под холодную и теплую воду. Удобство и компактность – главные преимущества этой насадки на кран. Фильтр, как правило, используется для очистки холодной водопроводной воды и представляет собой колбу с ионитами и сетку или картридж с активированным углем, установленный на магнитной сетке. Ресурс подобной насадки, как правило, на 1500-2000 литров. Подходит для кранов диаметром от 16 до 23 мм. Цена всего 100 рублей. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Если вам все понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующие выпуски. Или же напишите в комментариях, что не понравилось. Всем спасибо, всем пока!